Неоголошена війна на сході України відгукується в кожній людині у військовій формі. Таких людей ми дуже часто можемо зустріти у повсякденному житті у наш час. Спілкуючись із ними, здається, що вони такі ж самі люди, як і ми. Але війна пройшла через кожного з них і залишилася, мабуть, назавжди. Кожен із них – герой для своїх співвітчизників. Ось історія одного із них. Здравствуйте. Меня зовут Леонид, фамилия Лапчук. Это Нонка, боевая подруга, щенок овчарки. Я служил в 93-й бригаде, отдельно механизированной Харьковской, гвардейской. Вот, подтолкнуло меня то, что рассказ моего бывшего начальника про насилие в Краматорске, в Славянске, когда девочек с матерями просто запихивали в машину и везли в неизвестном направлении, и там насиловали, там все остальное. Мне стало страшно насчет своей семьи. Я очень боялся за свою семью и пошел защищать город МРФ и свою семью. Срочную службу я вообще... Срочной службы я не служил. Почему? Потому что пацаны, которые приходили со срочной службы, старше меня, друзья мои, говорили, что там делать нечего, что там строили дачу генералу какому-то или полковнику, или там занимались вообще непонятно чем. Но только не службой в армии, не подготовкой, не войной. Я решил, что это вообще не надо для меня лично. Я начал заниматься бизнесом довольно рано. У меня было свое частное предприятие, вот, ну, а когда уже президент объявил мобилизацию, Ноночка, сядь сюда, или ты побегать хочешь, вот, я понял, что ситуация в Украине довольно серьезная, что надо защищать свой дом, свою страну, и 18 марта я пришел в военкомат без повестки, без приглашения. Пришел, я сказал, что я готов служить. У меня есть два грузовика, две машины есть мои личные. Если есть потреба, так сказать, то я могу прийти даже со своей машиной грузовой, чтобы послужить там, батьковщине. Вот, ну, комиссар сказал, что машина не нужна, нужен только я. В штат военного комиссариата. Два фактора. Первый фактор – рассказ моего бывшего начальника о том, что насилие процветает там в так званой ДНР или ЛНР очень большой. Мне стало страшно за свою семью. Я пошел защищать в первую очередь свою семью. Во-вторых, когда я приносил повестку от военкомата, и мне говорили, что ты хорошо устроился, а забираешь наших детей, сыновей, мужей на пушечное мясо, мне это было очень неприятно. И я решил, что лучше я сам пойду, чем буду кого-то звать туда. Честно сказать, было страшно. Очень страшно было первое время. Первый бой, он... был, я вспоминаю, все было как в тумане, но тем не менее я контролировал себя, старался делать все как надо, все правильно, вот, и благодаря этому остался жив, удержал позицию свою, вот, ну, было очень страшно, первый раз было страшно. А при последующих боестолкновениях уже не так, скажем так, человек привыкает к этому, да? Ну, при последующих уже было совсем другие эмоции, были совсем другое понимание, был дикий азарт, как на охоте, даже круче, наверное, раз в 10, чем на охоте. Когда по тебе стреляют, и ты понимаешь, что если не ты, уничтожишь противника, он уничтожит тебя. И поэтому был азарт, был дикий азарт.
А по сути страха уже и не было как Уже такового. про себя не думал, больше думал про товарищей, больше думал про удержание позиции, чем про себя. Я не считаю это героическим поступком. Это было как бы как охота. Как необходимость. Как необходимость. Когда я понимал, что ну так надо. Ранение получил, была задача подойти в блиндаж нашего командира. Подход был небезопасный. Надо было пройти в блиндаж командира за продуктами. Вода, сухпай, сигарет. Вот, я вызвался первым с моим товарищем. Мы пошли вдвоем. Вот. Снайпер выстрелил. Первый выстрел был немножко мимо меня, но я понял, что снайпер работает. Поэтому я прыгнул в окоп, и во время прыжка моего был второй выстрел в ногу. Упавший в окоп, я еще был в сознании и пытался сам себе оказать первую помощь, но я сам себе первую помощь оказать просто не успел. Я потерял сознание. Ненависть против воюющей стороны. Я как таковых людей я понимаю, у них своя пропаганда. Им рассказали то, что они должны знать. Они воюют против нас. В принципе, на тех же самых эмоциях, на тех же самых ощущениях, что и мы против них. Они плохие, мы против них воюем. А им рассказали, хотя это по большей части с их стороны пропаганда, что мы укропы, мы там едим детей, мы распинаем мальчиков, мы там убиваем снегирей, т.д. и т.п. Это против нас пропаганда, и люди просто зомбированы на этом деле. Хотя с той стороны есть нормальные люди, так же, как есть и плохие люди. В принципе, как и везде. Как и везде. Я защищал свой дом от мародеров, от грабителей, от насильников в лице особенно чеченцев, потому что это люди такие, что ну, я боялся, что придут ко мне в Марефу, мой город Марефов, придут чеченцы и там начнут... Зайдут ко мне во двор, там вытянут мою жену и там ребенка поиздеваются. А я буду в это время прятаться, потому что я безоружный, я ничего не могу, я против них ничего просто не смог бы сделать. Жена сказала, что говорит, я говорит, давно знала, что ты говорит, я тобой горжусь. То, что смелый поступок. Вот. Мать переживала, мать очень переживала. Жена тоже переживала очень. Сынок переживал за меня, что я уехал, что меня нет. Он постоянно там звонил, папа, как ты? Говорит, как у тебя дела? Что ты там делаешь? Я говорю, я воюю с плохими дядями. Он говорит, я хочу, говорит, к тебе. Тоже повоевать. Да. Ну, он, ну, ребенок, 6 лет, он, 5 лет ему было еще, он просто не понимает, что это. Вот, мать очень переживала, брат переживал очень за меня, что я и как. Переживали. Да, говорил, что я на полигоне. И все остальное, говорил, что мы, у нас учение там. Я в непосредственной близости. Но когда связи со мной не было 10 дней, потому что телефон сел зарядить нечем, то жена уже поняла, где я и что я. Есть момент, когда хочется сделать что-то полезное. Даже привезти пацанам на передок продукты там, или камуфляж, или берцы те же самые. Поддержать хлопцев. И самому, да, конечно, не хватает адреналина, очень не хватает. Вот это адреналин, конечно, сильный наркотик. Мы
встречались с пацанами, с моими боевыми товарищами. Вот, да, пацаны рады меня видеть, я очень рад пацанов видеть. Ну, это... Ну, для гражданских это тяжело рассказать словами, что это за ощущение, что... Это то же самое, что семья. Это то же самое, что семья. Вот передок, вот когда вот человек с тобой искренний, он не может там тебя обмануть, потому что это, ну, все братья, все на передку, все братья. И это настолько вот втягивает, ну, что по-другому. Очень, очень, очень не хватает этого на гражданской жизни. Самого ощущения, что возникает, и даже выражения, слова, тех, которые в гражданской жизни просто нету. Мы общаемся, там, зеленка, железка, там, сепары и все остальное, там, саушки, танчики, ну, вот такие вот слова, которых нету в жизни, в обычной гражданской, они вот здесь присутствуют, и мы понимаем, ребят, хотя, если я скажу, там, в Харьковской области, что там, зеленка или там, железка, меня, ну, просто не понимают. А тут уже оно как-то вот сплочено, и я не знаю даже, как это словами рассказать. Ну, когда мы там делимся всем, что, допустим, у меня есть там две пачки сигарет, а у товарища есть две банки тушенки. Он меня угощает там одной банкой тушенки, я угощаю его пачкой сигарет. Вот. И мы, в принципе, все сыты, накурены. Ну, едим там с одной тарелки, с одной миски, с одной сковородки там. И у нас есть общая задача, вот, допустим, там враг, там свои. А на гражданской жизни ты приходишь, вроде бы все свои, но в то же время все враги. Просто каждый как бы в мирной жизни сам по себе, он пытается там урвать там все какой-то кусок, ему все равно, где там знакомый, друг, он как-то пытается все под себя подгребти и обмануть других. А на передке получается, что там враг, здесь свои, и здесь все свои. И все сплоченные, у всех одна цель. Сами обстоятельства. Сами обстоятельства. К этому. И я скажу еще другое. На передке, ну, все, как бы, в моем понимании, все хорошие люди такие, что вот, ну, нормально, он с тобой поделится, он тебя прикроет, он тебе поможет, он тебя вытянет. Когда на передке никто, ну, все понимают, что друг друга страхуют, то есть тебя товарищ не бросит на произвол, там, он тебя вытянет, поможет, всем там согреет, обогреет, поделится. До войны я занимался частным предпринимательством, был частным предпринимателем, работал в сфере леса. Ну, а сейчас, ну, как жизнь покажет, я, в принципе, работы не боюсь. Вот, физически, морально я могу. Ну, когда, я, ну, тяжело представить, когда кончится война, чем я буду заниматься. Тяжело представить. Одно даже просто приехать, увидеть своего друга, товарища по оружию, просто увидеть его, это для его поднятия боевого духа, это очень, как бы он рад меня очень видеть. И я тоже самое рад видеть. Плюс гуманитарная помощь, там сигареты, борщи, там тушенка, все-все-все, это для них сейчас очень надо, потому что с бронесилы Украины там не выделяют практически ничего. На нашу думку, немає сенсу далі більш детально розповідати про його біографію і плани відносно подальшого життя. Головне, що він вижив та розповів все від початку і до кінця –